Немецкий химический гигант BASF использует блокчейн-платформу для отслеживания цепи поставок. Как сообщает CoinDesk, на этой неделе компания протестировала блокчейн-платформу, разработанную стартапами Quantos и Arma. Проект является частью инициативы стартап Autobahn. Его цель – предоставлять информацию о местонахождении и передвижении товаров в цепочке поставок. Это первый известный пример использования технологии блокчейн химическим гигантом, возникшим в результате более широкого рассмотрения компании потенциального применения новых технологий.